Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы играем Stickman Менталист. Ну, ментальная связь, я так понял, это такая какая-то телепатическая связь ментальная. Так, нужно выбрать... Я не понимаю, почему менталист. Ну, короче, это игра фильма «Обезьяна». Какая обезьянка классная, типа, эй, ты чё, моего чувака, камеру бери, иди сюда, хлоп. Все, ты проиграл. Не нужно фоткать чужих детей. Агайд. Окей. Так, ладно. Опять. Аптека. Улица, фонарь. Ладно, кого безопаснее фоткать? По-любому тебе крокодила. Ну, крокодил по-любому, он как бы, ну, безопаснее фоткать. Фоткай, чувак. Эй, такой милый крокодильчик. Давай его покушай. Сожри его. Хоп. Как хорошо. И прям в пасть. Это стоял, ждал. Давай дождемся, ладно. Давайте опять. Жираф. Дерпарт я. На, покушай, чувак. Дырки, красные глаза, короче, это жираф. Чуть такое был. Он, главное, сожрал наши травы. А это развернулся и он дал пиндюлей. Ладно, давайте дикие животные. Что вообще за этот флешмоб? Кстати, я почему-то не вверх не могу убрать штуку. Видите, у меня написано, сколько градусов, все, сколько батарейки. Это все какая-то фигня в приложении. И опять же, у меня все это капли лежит. Так. Кого безопаснее? Давайте страус посмотрим. Эй, страус снято. Пум. Голову в песок. Фу, что он затеял? Боже. Его не зря все животные там били, кромсали. Правильно сделал, вообще, что это такое было? Чувак, зачем ты это сделал, Стикман? Какое животное? Ты само животное. Нет, давайте все-таки нормальных животных. Я думаю, слон. Тебя просто раздавят, у него клыки какие-то. Он животного кормит? Ты что, жрешь перед ним? Что это такое? Хлоп. Хлоп. Блин, как-то жестко вообще. Это жестко. Ладно. Тогда посмотрим. Последний бегемот. Сам. А может просто его все тут тискают, бьют, ругаются. Бегемот, беги. Нельзя залазить к животным. Ого, вот они прибежали. Фу. Это можешь про безопасность говорить в зоопарке? Вообще, что эта игра из себя представляет? Я уже боюсь ко всем подходить. Кому подойти? Так к буйволу? Самый безопасный. Видать, какая решетка, да? Зоопарк виноват вообще, решетку. Ну чего, буйвол сейчас... Будет коммунизить ягоды, что ли? Ага, сожрал. Прикольно, да? А теперь смотри. Тук-тук-тук-тук сейчас. Давай-ка, буйвол, ну. Хлоп. Прям на рога, наверное, да, того? Слишком логично. Так, я логику этой игры не понимаю, но давайте закончим на логику игры. Наверное, бэк. 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 Логика игры. Подведем итог. Не суйтесь к животным. Когда вы на зоопарке. И делайте нормальные зоопарки. Чтобы был, не было таких... Чуть такой сейчас был.
Не было таких тонких ограждений, где можно просто было перепрыгнуть. Я не знаю, там был, ты снес это ограждение за 5 сек. На этом все. С вами был Шевиля. До новых встреч. Пока.